Короче, мне сегодня пришли посылки, про которые я вообще забыла. Я уже вернула за них деньги. И уже прошло, наверное, больше полугода. Мне даже интересно, что здесь. Они наконец-то пришли. Сейчас я посмотрю. Что же мы имеем? Наушники! Наушники, которые я заказывала год назад, представляете, Почта России. Но они мне их все-таки отдали. Я думала, они сперли просто. Ну-ка, а здесь у нас что? Сережки, которые я тоже заказывала, и я думала, что они уже все. Блин, я под кофточку заказывала. Думала, они придут в начале лета с бусинками. Так, а что я тут отключила свет? Так, сейчас. Так, что это? Короче, это должно быть вот так вот. В общем, тут получается, можно их так носить, а можно носить вот так. Наушки. А я даже не помню, сколько они стоили. Но тут, конечно, не написано. Ну, короче, я не беру вообще сережки дороже 50 рублей. Я думаю, что вот эти стоили рублей 35, где-то так. О, какой прекрасный день. Надо проверить наушники, как они работают. Наушники тоже, по-моему, рублей 50 или 60 стоили. Проверила я наушники. Они, оказывается, тут еще с какой-то штучкой, которую я, естественно, не умею пользоваться. Типа отвечать на телефонные звонки или что. Надо зайти вообще посмотреть, что я заказывала. Но я помню, что я заказывала еще в прошлом году. Вот крысы вообще у нас. Они постоянно тырят мои посылки. Из 10 посылок, которые я заказываю, обычно приходит, ну, 4-5. Остальные просто теряются. Причем самое смешное, еще вы знаете, я как-то нашла на нашей прекрасная, которая сейчас руководительница почты. А раньше она была просто обычным, ну, как кассир это или кто там называется, сидит. Короче, на ней, это был первый мой заказ. Я увидела свои серьги. А там были такие сережки, в общем, их было огромное количество цветов, этих камушков. И именно такие, знаете, голубоватые там такого перелива, а были еще зеленые, просто голубые, синие, короче, белые, черные, блядь, красные, розовые. И на этой крысе именно такие серьги. А они в это время должны были как раз ко мне прийти. И все. И с тех пор я поняла, что мои посылки будут просто пропадать. И серьги, естественно, так и не пришли. Я долго с ними ругалась. В итоге уволили, значит, ту тетку, которая была очень много лет на почте, как это называется, начальника на почте или кто там, у них какое-то другое хитрое слово. И встала вот эта вот, которая в моих сережках была. Прикиньте, вообще крысы. И сейчас я больше вообще ничего не заказываю. То есть последний раз я, по-моему, весной что-то брала, серьги эти или что-то, короче, заказывала такое. Вот такие дела.